ребрам, не сюда, а вот. Вот этим концом делаем перекрестие. Получить инструктаж по тактической медицине, принять участие в плетении маскировочных сетей и, самое главное, принести необходимые бойцам, участвующим в СВО, продукты и вещи, могли посетители торгового центра в ЖК «Государев дом». На территории жилого комплекса это уже вторая акция, организованная волонтерской группой «Надежный тыл». 4 ноября гумконвоем мы шли 3 машины, отвезли ребятам и передали все лично в руки. Как и в прошлой акции, в нынешней, помимо жителей микрорайона, приняли участие ученики Лопатинской школы, представители территориального отдела и депутатского корпуса. Чтобы привлечь к сбору как можно больше людей, волонтеры на входе в торговый центр раздавали листовки. Здравствуйте, у нас на втором этаже проходит группа гуманитарной помощи для бойцов СВО. Первая акция, организованная участниками волонтерской группы «Надежный тыл», прошла в ЖК «Государев дом» в конце сентября. Тогда собрали не только большое количество необходимых продуктов и вещей, но и массу детских рисунков и писем. Письма детские нужны, очень нужны и важны. Конечно, они когда читают, они, ну, действительно, у ребят прям слезы на глазах наворачиваются. Поэтому письма детские – это то, что им надо. Был среди отправленной бойцам корреспонденции и рисунок юной жительницы ЖК «Государев дом» Миланы Шумбасовой. Он так понравился ребятам, что они попросили передать для художницы несколько символичных подарков. Что так высоко оценили ребята. Да, мне очень приятно. В этот раз в зону специальной военной операции отправятся письма и рисунки. Организаторы акции ведут сбор помощи с прицелом на грядущий Новый год. Я думаю, что числа 24-23 мы будем уже ехать на конвой. То есть это будет такой, даже можно сказать, и подарок на Новый год? Да, конечно. Мы планируем сделать. Почему-то планировали сделать эту акцию, да, потому что хотим поздравить наших ребят, пока еще не думали, каким образом это будет либо лично каждому, либо просто по подразделениям. Подобные акции на территории ЖК «Государев дом» будут продолжены. Максим Козлов, Гульнара Балаева. Видно. ТВ.